из Черногорска. Сегодня мы запускаем цикл видеороликов о том, как идут ремонты на тепловых сетях и котельных во втором по величине городе Хакасии. Сейчас к Черногорску приковано внимание всей республики. Дело в том, что за последние годы вся система теплоснабжения обветшала настолько, что процесс запуска тепла в квартиры оказался под угрозой. Поэтому сейчас идет активная работа по восстановлению тепловых сетей. На сегодняшний день бригады работают на нескольких объектах. Это улица Мира, Пушкина, 40 Октября и в Пригорске. Пригорск – это небольшой поселок в 13 километрах от Черногорска. Здесь всего 15 многоквартирных домов и вообще нет улиц. Адреса звучат так. Например, Пригорск, дом номер 3. Самому старому дому в Пригорске 32 года, а самому молодому всего 7. Для города, в принципе, это не такой большой возраст, но для подземных коммуникаций это критично. Сейчас в Пригорске идет первый капитальный ремонт, то есть не просто ремонтируют, ставят хомуты или заплатки, а меняют прямо полностью весь участок сети, 45 метров, от камеры до камеры. К работам здесь, в районе 9-го дома, приступили еще на прошлой неделе. Сейчас новая сеть полностью смонтирована, трубы красят, дальше будут наносить изоляцию, ну и сеть, соответственно, закроют. Большинство жителей этих многоэтажных домов зимой замерзало, и в принципе такое было уже несколько лет. А такой капитальный ремонт на теплосетях люди видят впервые. Для жителей этого дома ремонт в принципе не доставляет особых неудобств, говорят, лишь бы зимой было тепло. Здравствуйте, вы здесь давно живете? Здравствуйте, года 3 проживаю. Вот раньше, в прошлой зиме, было холодно? Да, было прохладно в доме, приходилось в носочках ходить. А вообще ремонт вам не доставляет неудобств? Да нет, что тут, обошел, поднялся домой. В принципе, с автомобилем он ездит поставить. Восьмая и девятая вот общага или малосемейка, как это называют, там тоже, там очень, очень холодно. Ну, люди радуются, наверное, что будет тепло, надеяться. Да.